Дорогие радиослушатели, именем Иисуса Христа вас приветствует еженедельная христианская радиопередача миссии Фриденштемы. Сам Господь говорит в Евангелии Иоанна, 13 глава, 17 стих. «Если вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Без знания и исполнения Слова Божия мы не можем иметь это блаженство. Мы от всего сердца желаем вам это блаженство – знать и исполнять волю Божию. Тема нашей сегодняшней передачи называется «Мир с Богом». Это самая главная цель нашей жизни. Внимание! С ноября меняется частота вещания. В 15 часов по московскому времени наша передача будет на частоте 13710 кГц, это 22 метр. И в 19 часов на частоте 6060 кГц, это 49 метр коротких волн. Повторяю кратко. В 15 часов по московскому времени 13710 кГц, 22 метр. И в 19 часов 6060 кГц, 49 метр коротких волн. Желаем вам Божьего благословения при слушании вечных истин.